Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас видос по танку 113. В рубрике «Мысли топа игрока». Я напоминаю для всех тех, кто не знаком с этой рубрикой, что она из себя представляет. Я разбираю свой бой, который сыграл на стриме, и подробно, детально его разбираю, и стараюсь прокомментировать абсолютно каждое действие, чтобы вы лучше понимали, почему я поступаю в бою так или иначе. И, собственно, сегодня у нас катка на 113-м, на апнутом китайском тяже. Его апают уже, если я не ошибаюсь, второй раз. Чуть ли не подряд, и теперь наконец-таки этот танк стал, ну, объективно намного лучше, потому что и сведение получше, и вроде стаба получше, короче, по части стрельбы он прям огонь стал. Вообще, в целом, про 113 хочу сказать, что это реально классный танк, это такая раздутая СТ-шка с огромным количеством ХП, хорошей пушкой, броней, ну и по скорости он не сильно медленный, ну, вообще нормальный танк на самом деле. Сложнее, чем 111 ВЗ, но, тем не менее, жесткий. Ну, в общем, сейчас вы все в бою и увидите. Начался бой с того, что я попал на Малиновку, встречный бой, и поехал на горку. Горка была отжата суперконем, другим суперконем и харишкой, и его за меня есть Е7. Ну, короче, это что значит? Это значит то, что нельзя высовываться, нельзя никуда ехать. Надо просто по чуть-чуть стоять в самом начале горы и ловить противников на ошибках. И когда они будут ошибаться достаточно сильно, что я смогу себе позволить их поехать пропушить, я поеду и их пропушу. Надеюсь, вы не слишком сильно... Ну, я это вырезать даже не буду. Вы слышите, как у меня на заднем фоне дерутся коты? Как они мне надоели, господи. Ставьте лайки, ребят, у кого есть коты. Да. Что, 2200 даги я дал, остался здесь один из суперконей, он ваншот, но все, он улетел в ангар, осталось хори на 2 шота, остался суперконь также на 2 шота, плюс тут леопард наглеет, ну конечно же нужно фокусить леопарда. Почему противники сейчас, ну, всосали на хп, почему? Почему у них все плохо? Потому что они обнаглели. Они начали наглеть по одному, не толпой. И из-за этого, ну, мы их и забираем, получается. Все хори ваншотное. Это самый главный противник на этом фланге. Сейчас поедем ее добивать. Главное только не получить какую-то дополнительную плюху и по-нормальному выйти и забрать хори. Все, хори забрали. Остался ваншотный суперконь. Ну, который, да, нам, безусловно, доставит неудобства в виде того, что он нам даст одну тычку. Ну, мы его забрали, и все, по итогу. Гора убита, но бой по-прежнему равный. Моя команда по чуть-чуть начинает сливаться. Но я немножко вот этот дисбаланс в сливе выправил, ну, потому что резко начал убивать горку и настреливать дамаг. Но все равно команда, тем не менее, умудряется сливаться. Дал по леопарду, тут подсвечивается ФВХ, ну, по ней тычку дать важно, я думаю. Она все равно сейчас засветится и исчезнет. Так, я дал по ней тычку. В леопарда, ну, с полным сведением в упор в землю. Хорошо. Так, бабаха продолжает светиться. Ее добиваем. Ну, это важно сделать. Почему бы и нет? Леопард все равно никуда не уедет. И еще один шот по леопарду, он уже ваншотный. 5000 дамага. Вот заметьте, как легко настреливается, не так ли? Очень легко настреливается на 113. Ну, конечно, у нас скорость под 50. ХПХ 2700 на закалке. И ДПМ. А мне нравится танк. Он хороший. Итак, как вы видите, по миникарте в квадрате Е3, Е4. Толпа союзников, которая едет пушить вражескую базу. Тем временем Васенька опять входит в ума, раскидывая попутно наполнитель из своих лап, как я его люблю. Вот моя команда высветила хори, и хори быстро снесли. Вася! Кс-кс-кс. Опять же, топовый контент мы это вырезать не будем. Ребят, пишите в чат, в комментарии, вот есть ли у вас коты? И если есть, опишите их вкратце, ну типа, какая кличка, сколько вес, какая порода, сколько лет, как подобрали. Вот у меня лично 2 кота, и обоих я подобрал с помойки, без преувеличения. Витька, старший кот с 16 года, в возрасте пары лет подобрал на помойке, ну вернее, возле помойки его подобрали. Вот Васеньку лично я сам с помойки стянул в сентябре того года.
Ой, ну я не могу не отвлечься, ребят, извините, я не могу не отвлечься. Тем временем я просто накидываю блайнды, потому что абсолютно нечего делать. Ты как бы, стоя на горе, ничего не засветишь и никого не убьешь, потому что ничего в бою не происходит. Проджета засветилась, я снимаюсь, еду за ней. Ну, ее убить важно, очень важно, потому что, ну, она выкашивает нашу арту. Я же заступничек арты, ай-яй-яй. Ну, 92-й справился и сам без меня добил эту Проджету. Итак, далее я еду поджимать врага, что на самом деле, если подумать, вот глобально является ошибкой. Потому что Проджета слилась, и уже все, как бы вроде надо стопаться. Вот если бы Проджета там зашла, тогда стопаться не надо было, тогда поджим нормальный. Но Проджета сдохла, поэтому уже поджим ошибочным решением является. Окей, есть там где-то вдалеке ФВ-183, которая, к слову, как вы видите, ну, фуловая. Она фуловая. Она немножко нам будет помогать жить в этом бою. Ну, вы же понимаете, что это тупая ФВ-ха, которая выехала из-за куста и сейчас просто поедет, сдохнет. Мы высвечиваем леопарда. Это было важно. Мне повезло. Вот так вот совпало, что во время его перетяжки я его просветил, я его добил, и он забрал ФВ-ху. Все. Мне здесь делать абсолютно нечего. Абсолютно нечего. Вы понимаете? Меня в любом случае пересветят говнобабахи. Даже учитывая, что они на ПТ. На огромных ПТ, да? Вот, я встал в куст. Казалось бы, в хороший, объективно хороший, классный куст, но меня просветили. Но мне повезло, что по мне не скинулись. Видимо, бабахи были на перезарядке, так как вот только что союзная пыха померла. Арта промахивается. Короче, вот этот засвет мне обошелся, ну, бесплатным. Все, надо валить! Надо валить, срочно валить на горку, как можно дальше. Здесь я уезжаю. Потому что, если я здесь останусь, ничего хорошего не будет, тем более, учитывая, что у нас слив по ХП 2740. Это лютый слив, нужно оттуда валить. Вообще, вот на будущее, когда вы видите такую ситуацию на Малиновке, вот вы играете с моей базы, противники задефились в лесу, и у вас шансов нет их просветить, то есть никто не поедет их светить. У вас, в принципе, в бою шаткое положение, ребят, никогда не едьте вот в эту точку, никогда. Лучше возвращайтесь на горку и стойте на горе. Потому что, скорее всего, рано или поздно вражеская команда победит вот этой обороной. И вам предстоит, ну, хоть что-то настрелять. А настрелять вы сможете тогда, когда враги поедут упарываться. А упарываться они поедут 100%. И вот в тот момент, когда они поедут упарываться, вы их будете забирать с горы. А тем временем, пока я еду в позицию, хочу напомнить, что у нас сейчас идет марафон контента на канале. Ежедневно выходят видеоролики, ежедневно стримы. Поэтому не забывайте, пожалуйста, подписываться. Я напоминаю, что 40% людей смотрят мой канал каждый день без подписки. Поэтому, кому не сложно, кто регулярно меня смотрит, но до сих пор почему-то не подписан, пацаны, не забывайте подписаться. Ну и ставьте лайк на этот видос, кому он нравится. Итак, я возвращаюсь, уже практически поехал в ту точку, в которую я изначально планировал приехать. Моя Проджета стоит по-прежнему за камушком. Если я не ошибаюсь, по ней стреляла арта немножко ранее, что говорило о том, что она там в засвете, и по ней есть инфа. А это значит то, что ФВХа уже какая-то подъехала ближе. Вот ФВХа приехала, я в наглую ее выставляюсь вычекивать. Дал ей две пайки, танканул обе арты. Мне повезло, что один из объектов 261-х всего лишь вкинул на 98 дамага по мне. Бабаха осталась ваншотной. Проджета стоит рядом, прячется, не выезжает. Ну и я знаю, что мне нужно в наглую выйти забрать ФВХу. Да, подставлять под другую ФВ, но чем черт не шутит? Нужно было рисковать, объективно нужно было рисковать. Итак, ФВХ отстрелялась, промахнулась. Моя рога до сих пор живая, рога у порога. Арта не влияет, добивает мою Проджету, это просто трындец. И я остаюсь один с 92-м союзным против двух имбовых 261-х объектов и бабахи, которая мне на 2-3 шота. Что я сейчас предпринимаю? Я понимаю, что если приеду, если зарентгенюсь от бабахи, меня снесут два артуха. Потому что по ФВХ я выстрелить не смогу. Ну а от арты я получить успею всегда.
И я встал просто от вот этого дома с заряженным фугасом. И жду в тот момент, и жду того момента, когда бабаха высунется в наглую. А я ожидал, что она это сделает. Но, как оказалось, высовываться она не собирается. И я поехал в другую точку попытаться ее высветить. Потому что я наивно предполагал, что она все еще стоит здесь снизу. Окей, снизу я здесь чекнул, ее не оказалось. Знаете, здесь осталось два варианта. Либо она убежала совсем, либо она осталась вот здесь вот впритык к стене. Она убежала, я был дико поражен, потому что она успела свалить. Вот я дал ей тычку, она стала ваншотной. И сейчас я самую большую ошибку в этом бою допускаю. Я уже отсветился. Ребят, я уже отсветился. Все, секунды две уже прошло, как я отсветился. Я еду вперед. И мне прилетает раз прямое, два прямое. Вы же понимаете, что я уже секунды две как минимум отсветился. Ну, я не знаю, как это прокомментировать. Я не знаю. Но я понимаю, что у меня нет шансов. Мне нужно в наглую въезжать на бабаху. Несмотря ни на что. Рисковать. Вот я въехал, она на меня не смотрела. Я ее немножко опередил, добил. И сейвимся от двух слабых танков. Ну, 261-й, вы понимаете, это самая имбовая, токсичная арта в игре. Вроде сейвлюсь, у меня остается 360 хп. Все, как бы можно ехать добивать арту. Едем. Едем. Вот тот самый случай сейчас вы увидите, когда арта реально на бой не влияет от слова совсем. Итак, я вкатываю, заряжаю первый снаряд фугас, засвечивается арта, даю тычку, убиваю. Второй, смотрите, внимание, свертухи. 9000 дамага, как видите, 9000 дамага. Арта, как всегда, в своем репертуаре. Ну, если честно, я даже не был удивлен. То, что арта мне вкинула просто две тычки, вот так вот на халяву, блайндом, и в конце в итоге свертухи добила. Ну и здесь у нас животина на 92-м сдохла. Спасибо, ребят, всем за просмотр этого видоса. Прожимайте лайкосы, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение в комментариях об арте в этой игре. Всем спасибо.